Вітаю вас, шановні телеглядачі. Мене звуть Ольга Руда, і я вас вітаю у своїй рубриці «Сніданки народів світу». Кожен народ має своїх героїв, і кожна національна кухня має свої шедеври. Сьогоднішні шедеври можемо тільки побачити у нашій кулінарній рубриці. Я рада вітати вас і нашу гостю сьогоднішню. Це голова Караїмського історико-культурознавчого товариства Мурат Наталя Сапак. Вітаю вас. Скажіть, будь ласка, хто такі караїми і що вони їдять на сніданок? Караїми – це тюркські народи, которые с незапамятных времен населяли наши земли украинские, жители Крыма. С освоением России территории Северного Причерноморья караимы из Крыма перебрались на земли уже вот нынешней Украины, да, и России. Кухня караимская богатая, но она и своеобразная, потому что, как любая восточная кухня, в ней много мяса, мясных продуктов, много овощей. Вот если говорить о, например, крупяных изделиях, зерновой культуре, то не так много употребляются. Есть в нашем меню и каши, но их достаточно мало. А в основном это мясные блюда, это салаты, всякие приправы мясные. Конечно, это первые блюда, супы и прочее. Это вторые особенно блюда. Очень много изделий, связанных с мукой и мучными, понятно, приготовлением из муки. И особенно караимские хозяйки славились всегда пирожками. Вот хочу вам сказать, что не далее, как 9 мая, когда вот мы тоже, у нас в Николаеве, вот национальное общество праздновали этот праздник, и был праздник национальной кухни. И вот мы сделали несколько сотен караимских пирожков и с мясом, и сладких. И вы знаете, люди очень, так сказать, ну как, пользовались успехом, вот это наша кухня. Сегодня вашему вниманию я хочу предложить пирог, он мясной, называется по-караимски кубете. Кубете. Кубете, да. В принципе, он не такой сложный, вот, но сытный. Вкусный, это уже будете судить вы и работники, творчая группа. Да, творческая группа, студия. Вот, ну, а его приготовление, с одной стороны, вроде бы как и просто, потому что секрет заключается вот в тесте самом, потому что вроде оно такое и не сложное, но в то же время требует последовательности создания, приготовления. Я хочу еще перед тем, как рассказать об этом пироге, сказать о том, что вот есть такая книжка «Рецепты караимской кухни». Она была издана еще в 90-е годы, вот уже в Украине, автором, которая вот буквально недавно ушла из жизни. Она была связана и с Николаевым, эта женщина, Эмилия Исааковна Сиказан, учитель истории, человек, который очень много собирал материалы и вот издавал книги по разным вопросам караимской жизни и караимской истории. Вот она таки вот собрала, эта книжка для нас сейчас является, знаете, вот такой настольной книгой, те, кто увлекаются именно караимской кухней. Ну, а вот этот пирог, я помню его, и бабушка моя готовила, вот с детства помню этот запах, этот вкус. К сожалению, я не кулинар, а вот сегодняшнее вот это кулинарное изделие приготовила моя сестра Татьяна Викторовна, она мастер и любит готовить и национальные блюда, поэтому вот если интересует наших зрителей и слушателей, что собой представляет караимский пирог кубете, то могу сказать. Дело в том, что вот для рецепт, можно, да, конечно, рецептуру, вот, пожалуйста, хозяйки наши напишут. Рецепт, значит, такой, это вот на два пирога 3 стакана муки и 250 грамм маргарина, лучше сливочного. Потом, значит, необходимо в стакан приготовить, разбить одно яйцо, бросить туда
одну треть чайной ложки соли и одну чайную ложку налить уксуса. Размешать и долить до верха стакана водой. Потом на доске, значит, взять вот эти 3 стакана муки, на крупную терку натереть холодный маргарин. И потом поливать вот этим составом из стакана, постепенно вот брызгать и замешивать. Дальше, вот до того, когда жидкость полностью будет израсходована из стакана. И вот этот замес, значит, положить, ну, минут на 30-40, можно даже в холодильник, можно не в холодильник класть, но в более прохладное место. Пока вот этот замес, значит, и это тесто готово уже находится, вот, и ожидает своей очереди, надо нарезать кубиками мясо. Ну, вообще-то караимская кухня, какой это, сорт? Да, какой вид мяса? Да, вот караимская кухня, это баранина. Ну, сейчас мы баранину так не употребляем, конечно, да и на рынках, наверное, сложновато, поэтому, ну, в зависимости от того, как в семье, да, кто свинину, свинина мягче, естественно, говядина пожестче, но мы берем говядину больше. Вот, значит, нарезать кубиками сырую филе говядины, дальше нарезать кружочками сырую картошку, картофель и полукольцами нарезать лук. Потом, значит, вот это все приготовили, этот состав, начинку. Берете тесто и делим это тесто, если это на 2 порции, на 2 пирога, то, естественно, на 4 шарика, на 4 кусочка. Значит, первый раскатываем пласт. Он больше и укладывается в противень так, чтобы борта выступали. Вот вы видите здесь на пироге. Вот, а второй, вот корж такой, он поменьше будет. Значит, когда вы уложили в противень вот большой, так сказать, вот корж, тогда вы укладываете туда на дно слой картошки, потом слой лука и сверху слой мяса. И все это накрываете вторым коржом, заворачиваете очень хорошо, плотно. И здесь, вы видите, делаете надрезы. Так пахнет. Да, пахнет. Аромат. И запекать. Запекать, значит, ну вот я знаю, что печется, ну в зависимости, опять-таки, тут чисто индивидуально, какая духовка и так далее, ну где-то порядка вот часа полтора. Температура, ну надо ориентироваться, конечно, 200 градусов это много, но 150 мало, это где-то примерно вот так, 170-180 градусов. Вот запекается. Ну, что можно сказать? И картофель, и мясо, и тесто. И сытный пирог. И сытный. То есть в данном случае он, в общем-то, пирог универсальный, потому что он подается и на завтрак, и, может быть, на обед, как к бульону. Угу. Вот, то есть здесь действительно в наше время и в нашем стремительном таком ритме жизненном, конечно, вот такие вещи, они очень сытные и питательные, и, во-первых, здоровые. Вот, поэтому я, конечно, рекомендую вот нашим хозяйкам вот такой пирог кубете. Я думаю, что мы его в кінці нашого ефіру розріжемо і пригостимо нашу творчу групу. А зараз я пропоную переглянути сюжет, який ми підготували до вашого приходу, до нас, до студії. Караїми мають давні кулінарні традиції та звичаї. Вони люблять і вміють смачно готувати. У минулому повсякденною їжею були баранина, катик, кисле молоко і тісто в різних видах. Традиції приготування ряду м'ясних страв сходять до кочевого побуту цього народу. Найвідоміший спосіб приготування в'яленого м'яса походить саме від цього способу життя. Сиру баранячу ногу прив'язували до сідла. На сонці і вітру м'ясо в'ялилось та зсихалося. Його обробляли спеціями та сіллю. Цей процес міг тривати місяцями. Куру пов, сушене м'ясо, отримували від повітряного сушіння пластів вареного м'яса козенят. Характерна також пача, зварені з приправою дрібно нарубані баранячі ніжки. Койбашчик – варена бараняча голова. За давньою традицією, караїми подавали її спочатку почесному гостю і главі роду, як і кримські татари, киргизи, середньовічні монголи.
Готували також смажене м'ясо, кавурма, ковбасу сирої баранини зі спеціями, суджук, сире м'ясо запікали і смажили в тісті, кувети, янтик, черчир. Основною приправою до м'яса і інших страв служив катик – кисле молоко. Існувала приказка – лимон – ліки для хворого, катик – для душі. Ряд обмежень в їжі накладала релігія. Згідно з приписами старого заповіту, не їли свинину та рибу без луски. З м'ясом готували овочі – сількме, мусака, соуси з яблук, айви, сливи, квасолі, плови, супи. Пиріжки робили з м'ясом, сиром, вишнею, сливою, шовковицею. Готували в основному на баранячому жиру і топленому вершковому маслі. Солодощі робили з меду. Слід врахувати, що за всю історію народу традиційні способи приготування їжі не були записані, а передавались з вуст в уста. Але, незважаючи на це, до наших днів дійшли сотні рецептів приготування найрізноманітніших страв караїмської кухні. Наталя Вікторовна, правдивий сюжет? Да, конечно. Я действительно не сказала о кислом молоке, потому что это тоже очень входил в рацион, да, в меню караимское. А вот мне еще хочется добавить, что караимский дом очень гостеприимный дом, потому что, ну вот, действительно, все было для дорогого гостя. Даже вот в поэзии это отмечено, в литературе исторической. Действительно, гость, кто бы он ни был по, так сказать, сословному происхождению, да и по национальному, всегда был очень желанным. И если он входил в дом, то самый лучший кусочек, самое хорошее блюдо, самое место такое почетное, это всегда было для гостя дорогого. Так вот это и называли. Поэтому действительно, вот караимские хозяйки, они вот и славились своим гостеприимством. Караимские дома, несмотря на малочисленность вот караимского населения, они были всегда гостеприимны. Поэтому, где бы ни жили караимы, они всегда, знаете, вот, пользовались уважением среди населения разных национальностей и всегда очень были коммуникабельны и прекрасно общались и жили с другими народами. Да, с другими народами. Наталья Викторовна, а от чего пришла назва вашего народа? Ну, вообще-то это читающие. Это люди, которые, ну, понятно, которые толкователи религии караимской, потому что название народа пошло от названия религии. В литературе, в источниках есть караизм, а есть караимизм. И так это будет верно. Вот религия очень древняя. Представители, кто, конечно, придерживается этой религии, хотя сейчас таковых уже немного, вот, но, тем не менее, это люди, которые почитают только Ветхий Завет, только Тору. Вот, ну и если говорить о религиозных общинах, то они есть в Крыму, конечно. Вот, в основном есть, по-моему, я не знаю, на территории Украины, да, в Харькове есть. А я знаю, еще и на Галичине є караїми. Вы знаете, были, и их было там достаточно, но в Галичи сейчас, к сожалению, если осталось там 2-3 человека очень пожилых людей, потому что караимы ассимилировали. Угу. Вот я сейчас работаю вот в архиве, ищу фамилии караимские по Николаеву. Вы знаете, уже этих фамилий нет, ну я знаю, что вот нет, а они в архивах еще сохранились в текстах. А скажите, да? А в Миколаеве какая численность караимов? Ну всегда, вот если старым источникам верить, это всегда 1-2% от общего населения. Вот. А сейчас у нас, ну, понимаете, общество – это 20 человек с детьми, допустим, там 40, но это уже не чистокровные караимы. Люди интересуются, конечно, мы общаемся однозначно, но люди уже настолько ассимилировали среди славянского населения, что, да, часто даже и не знают, что у них такие корни. Зрозуміло. Я пропоную вам порізати цей пиріг і пригостити нашого бога камери Русланчика. Пожалуйста. Ми спробуємо оцей ароматний, він так пахне. Так? Да. А я поки що нальью чаю. Чай можна пити? Конечно, обязательно, даже надо. Русланчик, ти любиш чай з пирогом ясним? Так. Махаєш і так? Пожалуйста.
Русланчик, скільки тобі сахару? 5 ложок. Давай я насиплю 3 маленьких. И не только Руслана надо угостить, а всю вашу замечательную команду. Так, пожалуйста, ребята, подходите, угощайтесь. Зараз, я уже... И сейчас мы посмотрим, кто завтракал, а кто не завтракал. У кого чай, какой чай. Аппетит. Только я без блюдочка. Ой, так. Пожалуйста, бери без блюдочка. Ты скуштуешь, и тебе Ваня заснимешь, чтобы тебе показали. Ану, пока ану. Достаточно, да? Дивіться, есть, есть. Смачно. Все. Так. Наталя Вікторовна, скажіть, кисле молоко, ми бачили в сюжеті, що з нього роблять? У нього особлива назва катик. 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 Кстати, вот от, как от еды, от кушания, произошли и фамилии. Вот есть караимская фамилия Катик. Кисле молоко? Да, да, да. Бачите? Вот, дело в том, что кислое молоко прекрасно добавлялось и в первые блюда, кстати. Вот. Да, потом делали очень интересный такой напиток, ну, он утоляет жажду, буза. Буза. Да, да. Я, конечно, не так вот хорошо знаю, но кислое молоко, потом еще, не забывайте, что из молочных продуктов брынза, которая шла вот в караимской кухне, в салаты, очень делали вот брынзу, бутерброды из брынзы, потому что бутерброды тоже, в принципе, а солоды еще с чего робили? Сладкие пирожки с черносливом, с курагой, да, с фруктами, с орехами, вот, со всякими пряностями. Да, сладкие пирожки очень тоже вкусные. Я вам дякую, что вы до мене завітали на мою импровизованную кухню. Я думаю, что наш пирог розійдеться між нашою творчою групою з задоволенням. Наталя Вікторовна, у вас є шанс побажати нашим хазяйкам, нашим телеглядачам щось цікаве? Конечно же. Ви знаєте, от культури еды, культуры кухни зависит, конечно, на составляющая общей культуры. Поэтому как хозяйка готовит, как она угощает, как она, конечно, вот в семье строит вот культ еды. Хотя, конечно, из него нельзя делать такого культа, но сейчас действительно, да и всегда, хорошая кухня – это было залогом здоровья, благополучия. Поэтому я нашим хозяйкам желаю действительно совершенствоваться в кулинарном искусстве. И, конечно, будут здоровые, крепкие, благополучные семьи. А я нагадую, що в нас в студії була Наталя Вікторовна Сапак, моя викладач, скажімо так, по секрету, яка нам приготувала дуже смачний караїмський пиріг. На все добре, наша рубрика підходить до кінця, побачимось у наступний вівторок.